Музыку можно погромче. Бабло решает. Бабло реально, реально решает. Скажу вам честно, обожаю бабки. Красивые такие зеленые бабки. Очень люблю, когда они есть в кармане. Есть они у меня на диване. Есть под диваном, есть под кроватью. Есть даже немножко на пластиковой карте. Я прихожу в ресторан, сажусь, говорю, меню всем вам. Всем вам по шампанскому сейчас зал, потому что бабло решает зал. Я скажу еще пару слов. Я сегодня реально не готов тратить бабло на всякое дерьмовое бухло. Я хочу вам сказать, ребята, давайте будем дружными и скинемся в кассу в мою. Я люблю бабло, я им живу. Да, деньги, да, машины, да, красивые чики. Ой, я сказал слово чики. Девчонки, девчонки, вы меня простите. Я люблю бабло, потому что за него можно все, все, все. Да не все. Сейчас закончу я петь про бабки, потому что он скажет вам, он в порядке. Посмотрите, хорошие, классные кроссовки. Мои ботинки и его кроссовки. Есть бабло реально у него. У меня оно закончилось давно. Да, это полное говно. Но сейчас не об этом, не про бабло. Я скажу вам ответ, друзья. Главное, что сегодня все бесплатно. Вот так. Бабло решает, и это по-любому. С деньгами можно все дела решить свои полюбовно. Попозже можно купить себе полрожи или даже еще две рожи. Бабло делает дела постоянно и всегда под вечер. На Ламборджини к клубу, да, подъехал. И реально все завидуют, и выходишь с баблом, и ты как будто Тимати. Или покруче даже, может даже олигарх. И деньги теперь они уж точно не прах. Они делают запах и шелестят так. И именно с ними жизнь получается в такт. Это бабло, да, пускай оно зло, но зла не хватает, когда так нужно оно. Быть добреньким, конечно, очень хорошо, но с баблом легче решать все вопросы. Шо, не веришь мне? Да боже, поверь евреям, они все это знают, и они бабло греют. Им деньги нужны, как будто воздух. Бабло, и это так просто, лишь деньги. Только мани-мани нужны тебе, и они у тебя на кармане. Только они решат все твои вопросы. В общем, решают по жизни бабосы. Воу-воу-воу! Итак, второй раунд. Бабло ничто, духовный рост. С детства не рос, вообще не рос. Был маленький такой у меня вопрос. Когда я вырасту, стану большим, сильным. Мне говорили, Серега, ты будешь таким. Вот я вырос, 1.93 метра. Три у меня внутри. Я могу вам сказать одно. Бабло это полное... Да, вы все знаете, что деньги рулят, на них можно очень много купить всего хорошего, например, красивые бабки, может быть, еще шоколадки, шоколадки детям, шоколадки вам и, конечно, всем моим друзьям, но за бабло не купишь вас, улыбнитесь мне, я ж не... Да, спасибо, спасибо всем, давайте покачаемся и будет всем, всем будет вам духовный рост, это реально не вопрос. Мы можем сказать все вместе, если мы все вместе, нам не нужны ни бабки, ни какие-то наглые взятки. Я вам скажу одно лишь слово, бабло, и все круто. Вот так как-то не знаю. Все, наверное, легко, все, наверное, просто. Я больше как-то стремлюсь к духовному росту. Мне эти деньги не особенно сильно нужны, поэтому не первое место, ты понимаешь ты. Вот ты говорил, что, наверное, у него много бабосов, но если честно, я просто у своих на респектосе духовный рост добавляю своего. А у тебя, наверное, там в кармане ровно айфон. А вот у меня Samsung всего лишь за 500 рублей. Я был прав, видишь, всегда прав, Алексей. Духовный рост, и здесь открывается твое сознание. Понимание того, что происходит на площади восстания. Духовный рост, и это главное. Неважно, как там Джа у кого-то или Аллах, быть может даже Бог. А Бог всегда един, и только с ним, брат, ты непобедим. Когда за тобой Господь, за тобой Россия, тогда ты реально мессия. А когда у тебя много денег, ну что? Ты, наверное, как правильно сказал, реально дерьмо. Ну что ж, класс, класс, класс.
Это был батл за третье место. Итак, судьи. 3, 2, 1. И побеждает Щербак! Побеждает Россия!